Приветствую, друзья! С вами Марина Майорова. Я долго думала, как вот в экселевский файл вставить видео, да, и чтобы прям вот смотреть с Excel, да, не переходить на YouTube канал, а прям вот со страницы Excel смотреть. И я посмотрела одного человека, как вот он вставил видеоролик в Excel и с него смотрел. Ну, как бы я ни пыталась, у меня ничего не получалось. Может быть, у вас, конечно, получится, поэтому я вам покажу, как это делается, конечно. И как сделала в итоге я после долгих мучений и попыток настроить вот как вот у этого человека. Смотрите, заходите в раздел «Разработчик», нажимаете, где вот это вот «Вставить», вот на такой вот значок, опускаетесь ниже. Нам надо найти флеш, такую программку, «Flash Object». Вот выбираете вот это и окей, да, переходите в режим конструктора. Вот так вот это вот поле должно у вас открыться. И дальше в свойствах вставляете URL ролика. Но у меня, как вот вы видите, да, вставка неосуществима, и пыталась я по-всякому настроить, но никак не получается. Не знаю, у меня, видимо, что-то с Excel, то ли у меня антивирус мне так вот не дает внедрить вот эту функцию. Поэтому, долго думая, я в итоге набрела вот на такой вот способ, да. Если зайти вот сюда вот в настройки, вы попадаете в магазин Office. Переходите в магазин Office, ну, здесь вот можно наверху перейти. И вот здесь вот разные такие программки и функции, которые можно добавить себе в Excel и использовать, да. И вот в этих функциях я вот смотрела внизу, тут все искала, и в итоге я нашла вот, сейчас я поиском просто наберу. Так, веб, видео. Так, веб-видео плеер. Вот эта вот программка. Вот ее добавляете себе. И вот она, видите, как встала. То есть здесь можно вот это вот окошечко подредактировать по-разному. А вот здесь вот в эту строку вы вставляете ссылку на свой ролик. Вот переходим, да, например, на мой канал. Сейчас. И где вот поделиться, здесь короткую ссылку берем нашего ролика, копируете, идем обратно в Excel, и вот в это вот поле вставляете вот эту ссылку на ваш ролик и нажимаете set видео. Вот загружается это ваше видео, встает, да, здесь, то есть можно пошире сделать объем, побольше, поменьше, расширить, хоть на всю страницу сделайте. Так, сейчас установлю. Так, сейчас мы ее вот так вот ставим, чтобы корректно она ставилась. Ровненько так вот. То есть, выйдя из режима конструктора, можно вот посмотреть вот этот ролик прямо на странице Excel. Просто я знаю, что это для работы многим очень может пригодиться. Особенно, кто любит работать в Excel. И вот такую фишку, я не знаю, я не видела нигде. Но вот я на нее набрела и делюсь с вами в такой вот функции. Очень хороший такой, да, и нужный. Поэтому, чтобы люди никуда там не ходили, да, по каким-то там сайтам не лазили. То есть вы предоставляете какую-то информацию, и люди смотрят сразу здесь эту информацию у вас вот на вашей странице. И плюс ко всему у вас идут еще просмотры на YouTube-канале тоже, потому что все-таки, вот видите, ссылочка на YouTube-канал. Ну, можно отсюда, конечно, перейти на YouTube-канал и попасть на этот ролик, да, в YouTube тоже. Ссылочку на наши. Ну, как правило, люди так вот не ходят, особенно с Excel, не переходят в YouTube-канал, потому что если вся информация, например, вот, что нужно им, находится на данной странице, то никуда они больше дальше не идут. Тут всякие тоже кнопочки делаете, да, как сайт, ну, как страница захвата у вас это получается, да, практически воронка. Делайте кнопочки, то есть, если видео понравилось человеку, то тут внизу делайте кнопку там, да, перейти или зарегистрироваться. Так что вот такая вот фишечка от меня вам, подарок. Пользуйтесь и применяйте. А с вами была Марина Майорова, пока!